«Русская кибернетика» с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. Сегодня начинаем вместе с проектом «Drive to Tears» и композицией «Running». Подробности расскажу, как послушаем. I'm not running, I'm just falling. You stop me, can you stop me? Послушали композицию Андрея «Drive to Tears» под названием «Running». Андрей занимается электронной музыкой преимущественно в жанрах UK House и Breaks, причем начинал свой путь с подростковых метал-групп, где несколько лет был гитаристом и вокалистом, параллельно увлекаясь бейс-музыкой, в том числе дабстепом, хайбрид-трэпом и мид-темпо. Долгие эксперименты, затем вдохновение от творчества Fred Again и Bicep, и уже третий авторский трек под названием Running. Будем следить за дискографией Андрея, а сейчас обратим внимание на Александра Расевича. Неделю назад мы начали слушать его мини-альбом под названием Come One Way, иди одной дорогой. Сейчас сразу два трека, It's All About Funk, и сразу после него заглавный Come One Way.
Ballerden Beat и композиция «Сфера». Геометрическое, объемное звучание музыканта из северной столицы. Издательство Алексея Сонара «Skytop» чередует более динамичную и более атмосферную музыку. Следующая композиция от музыканта «Tailman» называется «Melodite». Любопытный ремикс сделал Дэн Маклин. We'll be right back.
Южноуральские таланты, участники дуэта Sugarman из Магнитогорска, записали новую композицию «Сонный бриз».
Российское органик хаус издательство Beatlick не просто идет в ногу со временем в этом актуальном жанре, но и формирует определенные тенденции. Проект Yesoku и композиция Golconda. Thank you.
Издательство «Волшебная комната» Magic Room представляет композицию «Рави» от проекта «Zoe Can».
ценители и знатоки советского кинематографа буквально на уровне рефлекса отреагируют на творческий псевдоним этого артиста и скажут не Гена, а Федя. Тем не менее, на кибернетическую редакционную почту пришла композиция «Home» от автора Гена Дич. Иронично и со вкусом. Наших любимых российских дип-хаус издательств. Причем в их каталоге регулярно есть и инди-дэнс, и нью-диско, и слоу-дэнс. Конечно, это Deeper Motion Recordings. Сейчас это композиция Cherokee. Ее записали Gus One и Катя Альцзевска. А ремикс сделали Balester и No Guerra. I used to own this ground. Now there's no place around for a Cherokee. Great big city. I used to own this ground. Now there's no place around for a Cherokee in the great big city.
Издательство Spirit представляет композицию «Enigma» от проекта Tescao. Это диджитал-артисты, увлекающиеся мелодик-хаусом и техно. В треке звучит голос морской сирены. Сразу представляются неизведанные просторы, например, Марианской впадины, Атлантиды или Бермудского треугольника. Авторы подчеркивают: «Мы хотели создать трек, который перенесет наших слушателей в глубины океана, где они откроют для себя скрытые чудеса. Попробуем, начнем погружение». We'll be right back.
студийным эксклюзивом композицией PMP. С нами поделился уральский электронный музыкант Александр Чагочкин. В обозримом будущем трек должен появиться на всех основных платформах при содействии бренда Tech People. «Даша Душа» — так называется композиция санкт-петербургского электронного музыканта Андрея Барбекю. На прошлой неделе мы начали слушать недавние работы Андрея для издательства «Микс-культ» Кирилла Матвеева. Сегодня продолжим это приятное занятие. We'll be right back.
завершении первого эфирного кибернетического часа сегодня послушаем композицию Ильи Киреева, однофамильца нашего арт-директора и моего соведущего Александра Киреева. Илья записал любопытную композицию под названием «In Touch». Друзья, на этом мы завершаем редакционный обзор кибернетических новинок, но буквально через минуту окажемся на Алтае, где нас встретит гражданин Вселенной с полностью авторским часом. Пожалуйста, не отлучайтесь надолго. Сейчас мы продолжим. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте.